Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. 2 июля 2024 года в стенах Всехсвятского собора города Домодедово состоялось торжественное вручение аттестатов 9 классам. Но перед этим важным событием был отслужен благодарственный молебен, который возглавил иерей Стефан Кузьмин, а сослужил ему духовник гимназии преподобного Серафима Саровского, протоиерей Александр Трушин. Гимназия научила вас помнить о Боге. Вот эта память, что ты никогда не бываешь один. Потому что страшно, человеку страшно становится, если он чувствует, что он один и никому не нужен. А вот православие, и в частности православная гимназия, дает понимание, что ты не один, что ты всегда с Богом. Поэтому много народу вокруг тебя, или никого нет, ты с Богом, и ты умеешь с Ним разговаривать. Также к ребятам с речью обратился и директор гимназии Евгений Олегович Евдокимов. Он обратил внимание ребят на готовность гимназии в лице ее руководства и учителей помогать в различных трудностях и решении сложных вопросов. После молебна состоялось вручение аттестатов. Дипломами были награждены и родители, принимавшие активное участие в жизни гимназии. В завершении этого торжественного события отец Александр Трушин окропил всех собравшихся святой водой, а затем была сделана общая фотография.